Хорошо вы тут устроились. Что-то? Разрешите обратиться. Это контрактная армия. Я только что получил зарплату, я еще тебе буду разрешать обратиться. Ты понимаешь, что я пришел вообще? Я месяц служил и получил 40 гривен. Алло, командир! Это что за бабки в контрактной армии? 40 гривен? Это что такое было? Это контрактная армия. Контрактная армия? Ты читал контракт? Старик, я читать не умею. При чем тут это? Пожалуйста. Броситься в бой с голыми руками. 65 гривен. Бросался в бой? Нет. Но нет, и нет, 65 гривен. Все. Подождите, не понял, какой бой? Тут все записано в контракте, вообще все полностью. Какой бой? Сейчас мирное время. Затянули пояса и ждем, все. Все, нам потом нормально, началось военное время, все, ты в бой с голыми руками, бах, 65 гривен на карманчик упало, все. Какие 65 гривен? Для чего я тут пашу, как конь? По утрам бегаю эти 2 километра во всем снаряжении. Закаляешь здоровье совершенно бесплатно, между прочим. А потом бой, и ты раз, 65 гривен с голыми руками, все. Так подождите. Вы мне говорили совсем другое. За что я тут деньги вообще могу получать? Участие в мелком локальном конфликте. 305 гривен. В среднем 720. В крупном 1500 гривен. Участие в глобальном термоядерном конфликте 64 гривны плюс масло. Не понял. За термоядерный конфликт 64 гривны? Это ядерная война. Что там, пару секунд и все. Тю. Мокрое место и от масла осталось. Смотри, читаем дальше. Удержание огневой точки. 50 копеек, сейчас. Это я лупашу, кидаю гранаты, валю за 50 копеек в час. 50 копеек в час. 10 часов 5 гривен. Вот они лежат, милая. Ты что? Что там держать тут точку? Мало ли, может, никто и не подойдет даже. А если подойдет, смотри, меткий выстрел 12 гривен. А меткий выстрел, который попал в цель, премия 14 гривен. Уже с ПДВ, между прочим, это важно. Я тебя сейчас все прощу. Значит... Поимка диверсанта 25 гривен. Что? Румынского диверсанта 35 гривен. Цыганского диверсанта 37 гривен. Китайского 50 копеек за штуку. И все, ты все. Что? Пошел. Все. Это я буду бегать по лесу за ними за 50 копеек за человека? Да их там миллионы вообще, ты че? Страну можно разорить, перестань. Капец, это... Ты служишь, мы тебя кормим, поим, формой обеспечиваем. Форма? Форма? Ну посмотри на меня, вот это ты формой называешь? Ну форма что? Тут все проветривается со всех сторон. Читай. Что? Читай. Срок годности формы ограничен чувством стыда? Мне кажется, можно поносить еще. Кстати, о форме. Вот, значит, сапоги, потеря сапога на гражданке, хер с ним, значит. А в военное время? В военное время расстрел, извини, ничего личного, это военное время, все серьезно. Так что извини, все. Зато потопление вражеского линкора. Дайте я угадаю, наверное, премия 3 гривны. Да? Халва! Кило халвы потопил линкор, халва, все. А я вот с парашютом прыгал все время. Значок. За прыжок значок? 4 значка меняешь на халву. Все, тут все продумано. Это контрактная армия. Ты что, читай дальше. Проход минных полей, сигарета. Все. Стивен, подожди, это я прошу. Чуть ноги не поотрывало, и вы мне сигарету даете. Даем. А если до этого еще линкор подбил, то куришь сигарету и халву жрешь. Все. Офигительная армия. Все. Все продумано. Все решили твои проблемы? Да, да. Решили. Все, иди трать 40 гривен. Служить хочется так, чтобы мама не горюй. Контракт подписал. Подписал. Извини. Ну а эти 40 гривен, это я вообще хоть за что я их получил? Служба с собакой 40 гривен, что не ясно. С собакой? Ну да, ты же собакой служишь. Все, 40 гривен, пограничник собака, 40 гривен. А без собаки? 52 гривны. Блин, такая. Я еще 12 гривен из-за собаки потерял. Ай, Тузик, иди сюда, елки-палки, я тебя урою.